Выходим из Махмутлара со снежными вершинами. Вот видно, там идет дождь, но здесь на горах нигде снега нет. Поэтому, к сожалению, снег мы не увидим. Он намного дальше, но я нахожусь еще не на такой большой высоте, чтобы наблюдать снег. Но видите, как затянуто все небо. И очень-очень холодно. Сейчас на улице, наверное, градуса 3-4. Ну, давайте посмотрим, как же выглядит вечерняя крепость. А вот так вот выглядит вечерняя Алания. Идет дым. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали на фабрику Кырбик, которая находится недалеко от Анталии. На этой фабрике производится алкогольный напиток. Но это не самое интересное. Самое интересное то, как же выглядит фабрика изнутри, в каких условиях работают рабочие и как их кормят. Все это вы сегодня увидите. Ну а само здание фабрики выглядит очень интересно. Кажется, что внутри находится какая-то галерея или, может быть, музей с модной магазин с модной одеждой. Ну, в общем, давайте пройдем внутрь и посмотрим. Расскажу вам про этот напиток. В этом напитке 14% алкоголя, сделано на основе вина со вкусом вишни и лимона. Ну, в общем, газированный алкогольный напиток. Очень у них здесь интересный дизайн здания. Посмотрите, вот такие вот друзья стоят. Сейчас пройдем внутрь, там все еще интереснее. На входе стоят воины султана Фатиха, одного из самых известных, лучших султанов Турции. Ребята что-то здесь носят. Вот так вот выглядели воины султана. Очень интересный статуй. В общем, сделан здесь такой интерьер в белом золотых цветах. Ну, а вот так вот выглядит вход на завод, холл завода. И очень пахнет здесь вином. Посмотрите, какие красивые потолки. Просто потрясающе. И стоит вот такая вот интересная штука. В общем, холл завода напоминает какой-то дворец. Ну, наверное, владельцу завода нравится такой стиль. Очень величественно все выглядит. Посмотрите, вход на завод. Ну, а вот там вот дальше находится вход на само производство. Я думаю, что здесь проходят дегустации, какие-то встречи, может быть, привозят группы. Поэтому выполнено все вот так вот торжественно. И опять войны султана. Мы уже в холле фабрики, и сейчас заходим в производственный цех. Thank you.
это подвал, где хранится все вино. Потому что напиток, который производят, он, вот недавно я вам показала, он на основе вина, 14% алкоголя, газированный напиток. А? В час фабрика производит 11 тысяч бутылок. И здесь уже хранятся все бутылки, готовые к отгрузке. Как я вижу, несколько есть видов. На основе красного вина и на основе белого вина. Ну а сейчас мы все поднимаемся наверх, и рабочие идут на обед. Сейчас мы идем на обед в столовую вместе с работниками этой фабрики. И вы посмотрите, как же выглядит обед, чем кормят, как выглядит вообще сама столовая. Вот таким вот образом выглядит столовая. Очень вкусно пахнет здесь. Здесь есть еще кафе. Посмотрите, зона отдыха, различные игры, бильярд, настольный теннис, тренажер для любителей спорта и шахматы. И сейчас посмотрим, чем же кормят работников. Мясные блюда, рис, овощи, салат, различные соусы. Yemekler nasıl mı? Güzel mi? Здесь работники также могут отдохнуть, посмотреть телевизор. Вот Айхан уже взял еды. Nasıl görüyor? Güzel mi? Tamam, ben de alacağım. Вот вся наша группа, и я сейчас буду брать еду последнюю. Все взяли в обычных тарелках, а я взяла себе вот на таком подносе, как все работники. Сейчас будем пробовать. Айхан nasıl? Очень вкусный, кстати, у них повар. И каждый день подают различные блюда. В фабрике работает 50 человек. И каждый день повар готовит разные блюда. Каждый день в неделю. Например, сегодня у нас рис, салат и мясо. В общем, мясо. Сейчас попробуем. Не хуже, чем в ресторане. Очень вкусно. Производят здесь вот такой вот напиток с лимонным вкусом и со вкусом вишни, 14 градусов, алкоголь, и сделан этот напиток на основе вина. Внизу были бочки, которые я вам показывала, это были винные бочки. Очень, кстати, здесь пахнет вином, работников сейчас нет, все ушли, кушают, но через 10 минут народ уже вернется. А сейчас я вам покажу холл. Вот начинается, наверное, загрузка товара. Фирма называется Кырбик Аше. Сейчас мы находимся на втором этаже. Здесь также находится офис директора, и я узнала, что это здание было построено непосредственно под фабрику. Вот здесь вот офис директора, и там у нас проходит собрание. Аллаху шүкүр.
Дорого. Ben de Alanya gidecek nedenler olarak yapmış olan turnuvaya verilmiş olan desteklerine çok teşekkür ederiz. Bu formayı size takdim ediyorum Sayın abi. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Maşallah. Devamını dileriz. Kırbık. Türkiye yeni şeyler üretiyorum. Владелец фабрики Шахин Бей, и сейчас я хочу у вас спросить вопрос. Сизже, сизде эликши чалышал, да? 86. 86. Сизже чалышал лычин эн önemli не? Юксек маш, социал, ортам мы? Önce huzur, sonra maaş, sonra sosyal aktivite. Sosyal. Sosyal. Önce huzur, sonra maaş, maaşın iyi olması. Ondan sonra da sosyal aktivite. Ama en önemli huzur. Huzur. Huzur olmasan büyük maaş var. Evet. Huzur yoksa çalışmaz. Çalışmaz. Doğru. Ben de aynı düşünüyorum. Aynen. Çok teşekkürler.